Представь себе вечер. Одинокая свеча. Немного вина или теплый кофе. Твое тело расслаблено. Ничто не тревожит. Вокруг абсолютно все спокойно. Это чил. Расслабься. Приветствую тебя. Твое музыкальное приключение уже здесь. И этот час мы проведем вместе. Надеюсь, тебя радует такая перспектива. Меня так точно. Сегодня я подобрал специальную и особую музыку. А выпуск называется «Тепло». Как минимум потому, что уже май. Впереди июнь, июль, август, а значит лето. У тебя есть шанс напитаться солнцем. Вкусить вкусное. И не питаться невкусным. Чилл. Я сам сейчас возьму велосипед и двину, куда глаза глядят. Пускай ветер проникает вглубь меня. Пускай все границы останутся позади. Я хочу почувствовать этот теплый вечер.
Я хочу наслаждаться. Лично мне приятно осознавать, что у каждого из нас есть шанс на удовольствие. В сущности, каждому нужно совсем мало. Может быть, вкусный шоколад. Может, глоток чая. Теплый плед, который укутывает твое тело. Объятия любимых. Мурчание кошки. Из этих мелочей складывается слово «счастье». Еще лучше, когда внутри тебя спокойствие и тишина, а в ушах чил. Thank you.
Если тебе нравится подобная музыка, приглашаю тебя на круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». Мы вещаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на официальном сайте программы chillrussia.ru. Помимо этого, тебя там ждут лучшие выпуски программы, а также мой личный подкаст «Офф-топ», где я говорю с тобой очень откровенно. Меня зовут Артем Дмитриев. Продолжаем. Согласись, бывают такие времена, когда действительно все спокойно. И чаще всего они происходят летом. Там, где ровная гладь воды. Там, где комары кусают тебя. Там, где люди улыбаются. Там, где дети смеются. Там, где всем хорошо. И все на чиле. Chill. Thank you.
конце концов, забот всегда хватает. Каждому. Туда нужно сходить, здесь что-то забрать, тут нужно узнать, там починить, сюда надо бежать. Однако чилл — это то самое состояние, когда ты просто сидишь и смотришь на верхушки деревьев. Они медленно качаются, и ты также медленно качаешься вместе с ними. Тебе никуда не надо. Твоя задача на этот вечер — чилл. Сегодняшний выпуск изготовлен студией Артем Дмитриев Продакшн. Студия, подарившая тебе чилл, моя студия. И там мы изготавливаем уникальные поздравления. Музыкальные поздравления. Говорят, что это самый оригинальный способ поздравить близкого с днем рождения, с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление — это голос чилл, особый микс, оригинальный текст. Эти подарки нельзя купить в магазине, но можно заказать на моей студии. На сайте artdmitriev.ru. Музыкальные поздравления. Приглашаю послушать. Такая музыка мне нравится. Есть в ней что-то успокаивающее, что-то теплое, что-то располагающее к комфортной жизни. Пускай нас с тобой не трогают новости. Впереди не ждет ничего тревожного. Есть только здесь и сейчас. Я и ты. И это прекрасная музыка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Thank you.
На самом деле хороших новостей всегда хватает. Их полно вокруг. Проблема в том, что зачастую они нам не интересны. Наш мозг, словно бы настроенный против нас, стремится погрузиться в пучину негатива. И это очень грустно. Ведь посреди этого негатива есть бескрайние океаны радости. Все, что требуется, протянуть руку и взять это. Так может быть, прямо сейчас и начнем? Если выбирать звуки, в которых бы я хотел жить, то, скорее всего, это было бы вот это. Сама нежность пожаловала к нам в гости. Все самое светлое, все самое доброе уже здесь. Kill. Радостно, что я могу этим с тобой поделиться. Всю прошлую неделю я посещал сокровищницы музыки. И вот собрал эти великолепные слитки для нас с тобой. Это ли не счастье? Сегодня тепло. Чувствуй. Thank you.
От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока, чил есть везде. Найди меня в Гугле или Яндексе. Найди свой чил. Регулярно я перемещаюсь между разными городами. Совсем недавно я был в Саратове, в Самаре, теперь в Минске. Скоро меня ждет Грозный и Вильнюс. Несмотря на обстоятельства, которые нас окружают, я оставляю надежду для того, чтобы изучать этот мир, получать новые впечатления. Чувствовать, насколько разнообразно наше пространство. Даже сейчас ты можешь выйти из своего дома и двинуться, куда глаза глядят. Поверь, там тебя ждут приключения. Chill. Сегодня тепло, просто потому, что, ну, не может быть всегда холодно, не может быть беспрерывно плохо. За черной полосой следует белое. И я надеюсь, что сегодняшний выпуск музыкальной программы «Chill» — это белая полоса, и она заставляет твой оптимизм сверкать. Давай наблюдать за ним вместе. Oh, oh, oh.
может быть не случайно, что «Chill» — самый востребованный подкаст в России и Беларуси по версии Apple. Может быть закономерно, что мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио. Просто потому, что светлая музыка и искренние эмоции должны распространяться, сколько можно, мрака, негатива и нелюбви. Chill. Я много раз говорил в своих социальных сетях, что и в моей жизни были сложные времена. И, к сожалению, я почти уверен, что в какие-то моменты моей предстоящей жизни они также появятся. Просто потому, что жизнь переменчива, ничто не стоит на месте. Однако в сложные времена я помню, что все проходит, и это пройдет. Есть еще один секрет. Твое настроение, оно появляется не где-то вовне. Оно рождается у тебя внутри.
Выходит, ты сам создаешь свое настроение. Эта кнопка где-то у тебя есть. Так почему бы в те моменты, когда тебе грустно, не нажать на нее? И все станет снова прекрасно. Просто потому, что ты сам владеешь своими эмоциями. Этот секрет, который я обнаружил, учась на психотерапевта. Теперь я его знаю и нажимаю свою кнопку тогда, когда я хочу. И тебе стоит делать так же. Приглашаю. Чувство, о котором мы почти ничего не знаем. Может быть, оно складывается из тех самых теплых ощущений внутри, из радости, которая поднимается, когда ты наполнен, из чувства прекрасного, когда ты смотришь на бирюзовое море и розовый закат, когда облака высоко над землей, когда воздух свеж и чист, когда тебе спокойно и хорошо. Это и есть настоящий чилл. Thank you.
главное, что можно констатировать – зима позади. Впереди лето. Уже от одного этого словосочетания у меня лично поднимается настроение. Зима была сложная. Я надеюсь, что лето даст нам возможность воспрять духом и смотреть в будущее с оптимизмом. Я верю в это. И сегодняшний выпуск музыкальной программы «Chill», который называется «Тепло», это мой вклад в это будущее. Так и будет. Птицы поют, река течет, облака бегут по небу. Все на своих местах. Я здесь, и ты здесь. Сейчас мы вместе. Все спокойно и хорошо. Это чилл.
Если тебе нравится подобная музыка, приходи на официальный сайт chillrussia.ru, подписывайся во всех социальных сетях: ВКонтакте, YouTube, Telegram. Там мои ценности, ценности гуманизма, любви и заботы друг о друге, аккуратности, мягкости. Я надеюсь, мне удается транслировать. Я верю, что в эти сложные времена это необходимо каждому, как воздух. Это совсем не значит, что я такой человек, сидящий на облаке, ангел, расправивший крылья. К сожалению, нет. Я обычный, такой же, как и ты, человек, со своими ограничениями, заботами и загонами. Однако эти ценности, как минимум, я пытаюсь вырастить в себе. И я надеюсь, что это откликается у тебя. Поэтому я приглашаю тебя присоединиться к нам в большом комьюнити, которое называется «Chill». Сегодня мне просто хорошо. И для этого не нужны никакие объяснения. Для этого не нужно читать новости, не нужно как-то себя специально вдохновлять. Мне просто хорошо. Мое тело расслаблено, мои глаза закрыты. Я слушаю музыку. Я вижу свое будущее. Оно прекрасно. Впереди нас с тобой ждет рубрика «Классика». Там будет потрясающий коллектив «The Fuzz» из середины 90-х. В том же духе, что и весь выпуск сегодня. Он назывался «Тепло». Стало ли тебе комфортно после него? Жду твои комментарии во всех социальных сетях. Буду рад им. Ну а прежде чем мы попрощаемся на неделю, я напоминаю, что этот выпуск ты можешь приобрести без моего голоса и без рекламы. Таким образом, в том числе, ты поддержишь монетой «Chill». Мне будет приятно. До встречи. We'll be right back.
first time that I saw you, honey. I wanted to be down with you. I saw you, honey. I wanted to be down with you.